Помогите, прошу вас. А я вам говорю, у меня обед. Вон, идите на другое СТО, там обеда нет. И гарантии, кстати, тоже нет. Да я вам заплачу столько, что вам хватит на обед в ресторане. Ну, я вообще с напарником работаю. Ну, может, вам в напарнике подойдет Григорий Сковорода? О, ну, с Гришей-то мы справимся. Ну, вот и славненько. Ух ты, ё-моё! Вот, застрял. Жейка, ну я ж хотела, как в «Титанике». Хотела, как в «Титанике», а получилось, как в «Винни-Пухе». Можно без юмора? Да. Помогите, пожалуйста. Ну, не знаю. Тут либо неделю ничего не есть, либо крышу резать надо. А я вас умоляю, только не крышу. Жейка. Ну, я ж так мечтала. А я сяду в кабриолет. Нет, только не крышу, это не моя машина. Вы что? Ну, не знаю. Ну, что-нибудь придумайте. Ну, что-нибудь придумаем. Властью, данной мне Кондратьем Кондратьевичем, объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту.